Хочется вернуть ушедшие мгновения, но нет. В небе темном догорают звезды, тучи скрыли луч на небосводе, а моя душа жаждет вечности. Вижу корабли на горизонте, унесут меня навстречу с Богом. Душа моя вечная. Растаял тонким льдом вчерашний день, зачем грустить о нем? Даже я прорвусь сквозь мрак и пепел ввысь в Божий свет. Живу одной мечтой на небе засиять звездой. Виктор у нас второй кандидат в руководители молодежи, как он любит говорить. Ответственный очень человек, и часто с ним по работе церковной. Да, мы целый день делали плакат на жатву, целый день это на телефоне. Это переделать, шрифт поменять, цвет поменять. Да, и целый день мы делали плакат на жатву. А так брат, который по специальности теплотехник, ну да, теплотехник, там мастер на все руки, из разы лепить поможет тоже. Что еще рассказать? Очень активный член молодежи, и так же, как у ее сестры, особый взгляд на любые вещи. Это город хороших людей. Здесь очень много заводов, очень красиво и очень хорошие, добрые люди в виде нас. Да. Здесь можно выпить вкусный кофе, прогуляться по набережной. Что еще? Одессу? Не. Илья, что тебе нагадывает это место? Лично мне напоминает это Одессу. Чем? По Прущатке. Прущатка везде есть. Даже в Полтаве. Цикаво. Даже у нас тут Прущатка. То есть в Харькове нема этого? Не. Может она и есть, но только немножко
покрупнее. Не, чтобы ты понимал, надо...